Через лево прохнуло. Окей. Сейчас маленько по-умному сделаю. Надо их подпулить, чтобы они типа вышли с комбата. И все. Теперь можно скипать. А че, Некрокун, сколько у тебя вообще твинков для походов в старые рейды заготовлено? Угу, чудно, теперь можно трех этих связняков скипнуть. Отлично. Не знаю, Кодзик. У нас рейды в текущей неделе, понедельник, вторник. Надеюсь, что попаду на Аргуса в мифике. Не, я и попадал на него, и со мной они доводили его до 200 лямов. Но знаешь, как это бывает, всего чуть-чуть там маленько не хватит, да и все. Ну, они взяли после меня разбойника, разбойник всяко реально полезнее. И с разбойником спокойно убили. У разбойника персональное выживание получше, у разбойника и ДПС даже где-то в моментах повыше будет, так что... Так что так вот. А это чё, я же недавно играю на фросте. Ну иногда ДПС хороший, по настроению на самом деле. Настроение мое нестабильно в последнее время, увы. Так, а что у нас, душа там не подъезжает, надеюсь? Угол обзора такой конченый на самом деле. Нет, души нету, отлично. А третьим танком там, танков у них вообще навалом. Да и к тому же, пока танком пойму, что делать, пройдет времени, а им хочется быстро все кильнуть. Ну, тоже понять можно, конечно. Как-то странно мобцы эти ходят. Обычно, ну не ходит второй моб так. То есть, один моб идет в метке луна, а второй моб идет вот где я сейчас стою. Они два с луны шли. Что за бред? Как так вообще? Это баги, это репорт. Надо. Это не киберспортивно. О, уже покаяние кинуто. Идеально.
чтобы он стан, конечно, отдал по миличному мопца. Было бы намного полезнее. Ну, там, знаешь, кодик. Типа, пока поймешь, пока реализуешь. Такое. Казематы 20-20 на плюс 2 прошли, все нормально. И этим же составом сейчас пошли, вот. 22-е катакомбы. А, он еще и второго мопца подконтролил. Ну, второго это дикость. Серьезно. Ну ладно, зато потом двух сразу. Тут уж не отвлекаясь. Нормально так. Ну ладно, сразу он напрыгнул на кого-то уже. Дебаф повешал. Три стана одновременно. Вот это называется тимплей. Понимаете, мы синхронно думаем, поэтому вот такие действия возникают. Вот и все. Я-то просто как делаю в таких инстах? Я себе таргечу крестик и говорю, я фулл крест. То есть я все кастики кресту собью. То есть я отдаю кик, стан, хватку, масс-хватку. Она же забивает. И все идеально. А, у нас хант труп принимает арче. Что он готов. Внимание. Хант мертвый, но он готов к бою. Гениально. Я не надеваю плащ. Я уверен в себе и в стаках, и во всем происходящем. Конечно, это весьма экстремально, не экипировать плащ для Blood Decana Некротики, но вот я таким и занимаюсь. Опа, на шлеп. Кто-то в шип попал. Ой, дурак, блядь, на ханте. Да сука, обидно, на хуйню БР потратили, по факту. Ну, следующий БР через минуту. Окей, один БР будет на паучихе, но... Не, ну, ханту попроще будет на паучихе. В момент стяжки, то есть когда хант притягивается к боссу, хант разворачивается и в этот же момент юзает отрыв от босса. И паутинка уже натянулась, но в итоге и сразу разрывается. Там вообще красиво можно реализовать. Если просчитать все как надо. Да хотя там и просчитывать нечего. Взял, юзнул, все, готово. Раз, два, три. Еще одного не хватает, опездало. Блять, хант. Вот ты бы нахуй лучше бы не отрыв в щит юзнул, пока писал там это свое сообщение никому нахуй не нужное, а лучше бы пробежал бы. Да ладно, моб-манекен на самом деле. Мастяшка пришлось отдать. Ну иначе бы каст прошел. Смерти были бы, минус таймер. Мне это нахуй не надо. Так, где мой любимый крест? Вот он.
Иди ко мне. Сейчас подведем для кливов нормальных. Блять, написал, дайте собрать, не бейте, паладин уже ж вперед меня шаг сделал. Да что ж это такое? А вот так вот в райку, понимаешь? Как все бывает в этом мире. Долбоебы, не могущие нажать две кнопки, бегают в группе с топовыми людьми. Такие есть. Есть примеры живые, я не буду их говорить. Не буду людей осквернять, но я их знаю. Вот. А я, да, я с рандомами. Знаешь, что самое веселое? У меня миф скор выше, чем у них. Хотя я 3 месяца не ходил в миф плюсы. Это вообще забавно. Ну что, пора убегать. Пожирание все-таки там вешается, пускай на всех. Обездвиженность. Хоп, станчик дал в ответ. Ретрик что-то без пота пульнул. На паучках что ли был? Типа это значит, что босс откусывает от меня. Я даже не могу щит простакать нормально. Который костяной. О, а я сейчас на узах дам вампирик, чтобы хоть какие-то там тики дот подхиливали их, пока они разрывали цепь. Здорово, дед. Хан-хан, черепашка бегает. Блять, в клиф попал, что ли? Сейчас узы будут. Самое главное, чтобы через яд они не пробегали, мои дамагеры. Иначе это может быть фатально для них. Рогу в ловку зажал, шарит. Молодец. Опа-на. Паучка-то надо своевременно убивать, кливать. Ну, тут не буду АМС нажимать. Ну, это даунизм, блять. Бегать на диагональ, а не прямо. Это еще, конечно, постараться надо. Че он БР не принимает? На нем же висит активный БР. Зачем я его давал тогда? Ну, я не знаю, где спринты их. Где кони, где... Ну, Freedom не работает, понятно.
Ну, нормально, дед. Киберспортсмены, да? А знаешь, самое веселое? Вот людям дают там приглашения на турниры, на всякие прочие. А потом они, знаешь, потом они в рейд с тобой выпадают. Такую отпетую хуйню творят. Вот это вот самое забавное на самом деле. От таких людей же ожидаешь вообще высочайшего скилла и проявления максимальных возможностей. От игрового класса. А, они не рейдят. Понятно. То есть все свободное время вываливают в плюсы. Ну, это логично. А шмот они откуда тировые достали? Вот, Джаффин, да. Это вот самое печальное на самом-то деле. Так а чё, год для процентов кильнем? Сейчас лужи кину, начну хайтить. Еще и Сефус активировал для себя вообще идеально. Мне даже далеко отбегать не надо, потому что есть хант. Есть, блядь, хант, который дает контроль. Вот и все. И этого достаточно вынести. Не то, что шаман в прошлых 20-х катакомбах. Ой, 21-х. Которые в итоге сломаны были. Грустно. Просто сломать катакомбы 45-минутный инс. Как такое вообще возможно? А оказывается, возможно. Крестик для себя маркнуть. Чтобы по кикам путаницы не было. Честно говорю, не было бы некротика, спулил три пака. Зауешили бы вообще по фасту. Но, увы. А ВК это кастера сильно не бейте, пусть он купол-то хоть свой поставит. Тут что, влили в него там стан и все прочее дерьмо отдали, ну. Одумайтесь. Блядь, ну вот ханта бьют костом туннельным, но ну возьми ты сбей его, зачем черепаху-то нажимать, алло? Какой вот тут толк? А я лучше в пак бурстану, так интереснее.
Может, даже если успеем, в куполе с пола постоим. Геру тут зачем? Блять, алло, нахуй, Хан, ты чё? Мы бы дали Геру на Еланире и все, и хер бы с ней, ну. Тут и так хосты мы до кучи лутаем. Ладно. Что сделано, то сделано. Что никак не изменить. А карантин где? Блять, Ренджи. Сейчас смерть будет. А нет. Ну окей, ладно, в две геры сыграем, на Вандросе еще отдадим. Да просто тут по герам нормально не придумаешь, когда слева идешь. Кстати, руник-то уже откатился. Мы в пак начали бить. Я руник юзнул. На 30% босса руник появился вновь. Трехминутный кулдаун, напомню. Ну, ладно, окей, за каждую кость, которую мне сбивают, минус 3 секунды к ее кдшке, к этой способности. Семь лямов от магии, взрыв дамагнул в укрепленном. Пойдет. Опять же, показатель универсальности еще все режется. Но это было без сейва. Так, ну что, мой крестик. Дамагеров череп. Нет, нет. Ценовский вообще дерьмо. Ну, типа, зачем его юзать, если, во-первых, он низкоуровневый. Во-вторых, ну, там немного от него полезности, будем честны. Дед, ты думаешь, я бы крыл миф плюсы с альфой на аккаунте? Нет, всем бомжам выслали. Один я. Оказалось, элитный человек без альфа. Я не знаю, все в ру-комьюнити получат альфу, я буду без нее. Ну, мне обидно, что у меня нету альфа. Да и ладно. Рога написал, что сбивает второй, Ретвик крикнул вместе с ним зачем-то. Эх, ее уже не оттянуть. Да, да, Джон, абсолютно верно. Твич открываешь, либо там стримеры, которые общаются с Близзардами, с геймами. Получили альфу. Вот, либо там вообще откручиваешь самый низ. Альфа легиона. Думаешь, вообще кто ты такой? Не, ну типа, пацану прислали альфу, он никогда не стримил и решил начать стримить. Это как бы все просто. Это все объясняет. Она в краю умер.
За миф Аргуса. Ну-ну. Если бы. Если бы все было бы так просто. Вот, за миф Кархимонда, я помню, давали. А волна тем людям, которые миф Каргуса убили, не знаю, она, наверное, еще не подошла. Но думаю, она будет, это весьма адекватно. Охуенно, блядь, касты черепу сбиваются, конечно. Или это каст креста был? Я, честно говорю, не заметил. ПВП-шерам начнут давать. Я бы сказал, что им начнут давать. Но не буду. Ну, бой затянулся, все, уже моб хилится. Киков не хватает. На микросекунде сбил. Ну вот это да, кстати, Джан, это вообще самое веселое. Да, в Райку. Это верно. Я серьезно говорю, мне дадут альфу, я буду до каждого листочка доколупываться, почему он не прорисованный. Да ладно, шучу я на самом деле. Делать мне больше нечего. Я вон буду сам от радости визжать, что сделали СДК или прочее там. Интересующими меня классами. Потому что я знаю, что смотреть на альфах. Я бы профу сразу посмотрел, как я раньше это делал. Там один билд, связанный с профессиями, второй, третий. То есть там же все равно же эти все абсолютно еще будут менять. Начиная от проф, заканчивая балансами классов, конечно же. То есть я искре дал стан, а она все равно уешит. Окей. Че, разбегутся? Я бы хоть, не знаю, миф плюс и вы потестил, если они открыты там, конечно. Примерный бы там, не знаю, лут тейбл бы накатал. Какую-нибудь лут таблицу там с эквипом. Что-то хотя бы реально такое полезное. Все не открыты. Разве? У методов уже вроде было пару видосиков. Или нет? А, норму тут. Ну, может, я перепутал, не знаю. Ну, что-то там было на их канале, связанное с миф плюсами буфа. Может, просто рассуждение самое обычное. Ну да, на Сефусе-то я, конечно, быстренько прибежал.
Так, ну чё, 88%. Нужно точно верхний пак пулить. Раз. А дальше уже посмотрим. Сефус есть, лужа есть, можно и покаяться. Душа в жопе. Отлично. Душа, по-моему, сейчас к нам начнет идти. Только я ее в другую сторону. Ну, почти на плюс 2. Маленько не хватило. Паладин зажал иммун после того, как... Блять! Сука, ты нахуй что творишь-то, блядь, на ханте? Ну алло! Ну нахуй бить, блядь, всех мобов и умирать от них? Спокойно моб скипался. Рога специально дал отвлечение. Но этого уже не скипнет. Цель мертва. Отвести маленько.
весь меликам почти прошел. Вот и все. Хм, 23-й качел. Забавно.